снимай на руке, ибо хотела поставить на штатив, но камера почти разрывана. Короче, вот мой улов чеснока. Был озимый чеснок в прошлом году. Ну и что-то не успели. Не выдрали, потому что руки из одного места. А потом его все забили. Есть у нас в деревне один брошенный огород, где из всего, что могло бы расти, есть только чеснок. Остальное всякая трава. Вот я сходила на разведку. И еще парочку молодых оставила, чтобы на следующий год он был. Ну и еще там как минимум 3 таких жирных было. Именно вот от самого чеснока такого. От 5 в головке 5 чесночин стабильно там было, насколько я поняла. И вот от них там еще 3 где-то в заростах. Вот. Люди, что там мимо проходили, ходили по нужде. А Лёля целенаправленно проверить, жив ли чеснок. Так как стрелок по какой-то загадочной причине в городе мне не оставили, то бишь срезали и выкинули ни себе, ни людям, то я вот внезапно обрела несколько стрелочек. Тут можно было сейчас порезать, столько смешать, убрать в холодильник, потом выгрузить, приеду, заморожу. Ну, в смысле, можно и тут морозилку положить, а потом приехать и уже свою морозилку сунуть. У меня там чайник кипятится, чтобы в бутылку залить воды и сделать эту грелку. Потому что тут приходила ко мне соседка, и что-то очень неудачно у нас с ней растопилась печка, и пришлось ее обратно уфигачивать. Ну, дымовиха тут была такая. У меня тут то, что мне надо помыть. Это вот в меду там, ну, горячая вода, потом оставшаяся, все горячей водой я тут помою как раз, потому что надо именно горячей. То, что мне надо помыть, потому что, ну, еле кастрюлю достала из печки. Потому что, ну, как бы пока растапливаешь, она только выкипает, и надо ставить потом. Но у нас в итоге хоть и растопилась, но задымилась, и ничего не вышло. Тут у меня получилось просто в колодце ведро осталось немного с водой. Я одно ведро унесла, принесла вот это. Почти полное, вот столько было до конца, короче. И я его разлила, тут еще осталось. Ветер практически под завеску. Вот здесь чуть поменьше колодежной воды. Ну что, зритель, надо с тобой прощаться, потому что мне надо бутылку заливать. Это грелка деревенская. Если ты думаешь, нахрена Лёля бутылку что-то заливать. Это грелка деревенская. Наливаешь туда воду, закрываешь крышечкой. Стеклянную бутылку надо и в ноги. С детства на крыльце, если спали с бабушкой, то всегда делалась бутылка нам. Пока, тебе, зритель. И если вдруг забыла сказать привет, то привет и пока.